Танцуй свою жизнь. Под таким названием в концертном зале районного дома культуры прошел отчетный концерт хореографической студии «Тандем» на присвоение звания «Образцовый художественный коллектив». За каждым выступлением стоит большая, кропотливая работа. Артисты оттачивали свое мастерство, принимая участие в районных мероприятиях, различных конкурсах и фестивалях. Коллектив создан в 2018 году на базе ДК имени Гаини Вельского. И как бы потихоньку пополнялся участниками, с каждым годом их все больше. Группы набраны, уже групп 5, подгруппы, я имею в виду ансамбля всего большого. Выступаем мы на всех мероприятиях, детки огромные молодцы. Вот. И мы просто заряжены как бы эмоциями города, с ритмом вместе с городом, с мероприятием. Плывем по волнам. В хореографической студии занимаются дети от 4 до 18 лет. Талантливые, заинтересованные и яркие артисты показали зрителям и конкурсной комиссии лучшие номера. В программе участвовали и опытные танцоры, и малыши, для которых этот концерт стал дебютом, первым серьезным выступлением. Я занимаюсь по танцам, у меня много занятий. Я в детстве хотела танцевать на сцене. Хотела стать лучшей звездой. Мне очень нравится это... Как сказать? Это моя мечта. Когда танцуют дети, реакция одна. Это бурные эмоции и несмолкаемые аплодисменты. Ведь детский танец – это позитив и море улыбок. В зрительном зале маленьких звезд поддерживали их самые преданные поклонники – мамы и папы, бабушки и дедушки. Я уже занимаюсь примерно 10 лет. Меня родители привели сюда и увидели здесь во мне то, что я могу танцевать. Нравится? Да, очень нравится. Мне нравится общение здесь с коллективом и танцевать меня очень это вдохновляет. Картинка, которую видит зритель на сцене, достигается через упорство и регулярные репетиции. С каждым годом танцоры набирают все больше опыта, доказывают себе и другим, что танцевальное искусство – это не просто их увлечение, это постоянное самосовершенствование и смысл жизни. Служба информации Невельских новостей.